В безумную голову приходят безумные идеи. Есть вот такой у меня убивец, умертвивец. Катушка черная. Вот. X6 какой-то. Мы проверяем с магнитом, когда есть индукция, полярность на динамиках. Но вот без магнита как себя поведет катушка и сколько она выдержит, мне интересно. Есть аккумулятор. У него 10 вольт всего лишь навсего осталось. Он уже такой старичок. Он у меня только года 4, наверное. Сколько он до этого перевидал, я не знаю. Вот я сейчас просто замкну на плюс и посмотрим, что будет с катушкой. По-моему, ему пофиг. Ух ты, нагрелся. Сейчас я термометр возьму. Температура по палате 50 уже. Я замкнул, вот видите провод. Она что-то рассеивает куда-то тепло, я не знаю. Не хватает, видимо, напряжения. 54, 55. Ну, потихоньку растет. Интересно, когда перегорит. Вот смотрите, на катушке 54, да? 53, 54, 55. А на колпаке в это время 40. Ну что ж такое? Почти та же самая температура. Вот внизу колпака. 45-42 на колпаке. 30-40. А тут 50-52. Я не вижу, дыма нету, по-моему. 62. Растет потихоньку. Но сжечь он не может. Ну, не хватает сил. Что, подключим сюда? Ну, руке тепло. Прям чувствуется. Так, снимаем кабель отсюда. Делайте ставки, господа, на сколько секунд хватит. Что, дым будет сегодня, нет? Я хотел дым. О, он фланец прогрелся, нифига себе. Берет. 67 градусов, а ну-ка катушка. Ух ты. градусов. Фланец тут мало почему-то, тут больше. О, запах пошел. Запах, ну, кстати, не такой вонючий, знаете, когда динамики воняют от музыки, вот не такой сильно вонючий. Более-менее такой адекватный запах. Но дыма нет. Мало. Мало напруги. А если ее из зазора выдавить? Пальцы вот здесь тяжело держать. Горячая вот это вот. Вот этот фланец, он горячий. 70 градусов где-то. Фу, вонище. Тут.
воняет и не горит, бля. А сколько же ему вольт надо? 220, чтобы он сгорел. О, колпак как прогрелся. 50 градусов колпак. Видно, да? Прикольно. Я не знаю, зачем я это снимаю, пацаны. Ну, может, кому-то будет интересно. Какая-то дичь. Решил отдохнуть немножко от сборки автомобиля. Все, короче, неубиваемый динамик. Ставим ему круглую пятерку. А, катушечка паленая. Уф, как пахнет. Хотите, покажу, что у меня есть. Это пятнашка в закрытом ящике. Когда-нибудь обязательно будет видос про нее. Но это не точно. Ну что, тут дверь отработает. Да, с третьего раза. Все, четко. Сейчас буду динамики вкручивать. Аукс!